Одинцовский район впервые принял участие в международном туристическом форуме «Интурмаркет». Он считается одним из самых масштабных среди подобных акций. Московский выставочный комплекс «Крокус-Экспо» уже в 11-й раз принимает участников и гостей форума. На одной площадке свой потенциал представили многие регионы России и зарубежные партнеры из Болгарии, Марокко, Китая, Испании, Греции, Кипра, Таиланда. Каждый участник форума подготовил развернутую презентацию, цель которой – привлечь внимание к местному туризму. На стенде от Московской области разместились более 50 участников – музеев, усадеб, предприятий народных промыслов и туристической индустрии. Одинцовский район представил усадьбу Захарова, храм иконы Божьей Матери Гребневской, Одинцовский историко-краеведческий музей, фестиваль стола и спортивный парк отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной.